Первое ЧП произошло в четверг, 2 сентября. В 13:39 в ЕДДС поступило сообщение о том, что виден дым из окна третьего этажа дома на улице Социалистической. Огонь повредил кухню, технику и мебель, а стены квартиры покрылись копотью. По информации пожарных, очагом возгорания стала розетка, к которой был подключен холодильник, а причиной – аварийные токовые явления. И то же самое привело к еще одному пожару. Он случился в воскресенье, 5 сентября, но уже на проспекте Комсомольский. Сообщение о задымлении в подъезде жилого дома поступило в 22:50. В результате пламя повредило предметы интерьера, межкомнатную дверь, закоптило стены и потолок. Погибших и пострадавших нет.